всем привет! Пришла сегодня очередная посылочка к нам. Здесь у нас регистратор для автомобиля. Довольно-таки быстро подошла посылка. 12 дней всего ушла. Я когда заказывал, я продавцу выбрал способ доставки почты Сингапура. Был удивлен, что он мне дал только номер China Post. Но я потом, когда забил на отслеживание, мне написал, что это EMS почта Китая. Вот, видимо, поэтому так быстро дошло. 64,5 доллара цена этого устройства. Давайте будем смотреть, что у нас там пришло. Пропускаю. Так, вот так вот у нас выглядит. В принципе, названия тут никакого нету. Устройство просто, по-моему, G90 оно называется. 170 градусов угол обзора. G-сенсор. Это, насколько я знаю, это датчик удара этот. Когда удар, она запись, ну, ставит на немецкую, чтобы ее не перезаписать, эту запись. Чтобы она не стерлась. Так, давай, давай. Процессор здесь у нас установлен Ambarella A7. Ну, его ставят во многие устройства, в экшн-камеры, в регистраторы. Вот так вот он выглядит у нас. Дисплейчик тут 2,7 дюйма. 960 на 240, по-моему, разрешение у него. HDMI порт, видим, да? Micro HDMI и mini-USB для зарядки. Также вот есть еще какой-то слот. Это, наверное, на тюльпаны, на телевизор, под телевизору подключать. Снизу кнопок куча. Включение, перемотка. Ну и кнопки меню. Также вот еще какая-то кнопка есть здесь у нас. Full HD качеством он снимает 30 кадров в секунду, также 1280 на 720, 60 кадров, и 1280 на 720, 30 кадров. Такие режимы съемки у него. Что мне у него нравится, так это вот эта вот штука, что очень удобно ее регистратор снял, получается. Сейчас защелкнем. Таким вот образом, раз, а питание подсоединяется вот здесь вот сверху. То бишь, получается, вы регистратор, когда вам нужно снять, просто снимаете его и пошли, не надо трогать никакие провода. Так, ну давайте посмотрим, что у нас еще есть в коробке. Так, автомобильная, зарядная. Да, кстати, есть аккумулятор в регистраторе, по-моему, 150 мАч, ну не знаю, насколько его хватит. Довольно-таки длинный провод, 3 метра, наверное, точно, судя по виду. Такой довольно-таки длинный, как раз хватит вокруг обвести стекла. И это, видимо, для подключения к компьютеру. Инструкция на английском. А, тут даже, по-моему, на русском есть. Вот, точно есть на русском. Вот, как видите, да? Полная инструкция на русском. Ну, в принципе, что тут еще показывать? Давайте попробуем включить. Может, там чего-нибудь заряжено у нас. Не включается. Так, сейчас я поставлю на паузу, возьму пауэрбанк и к нему подключу. Так, ну вот я принес пауэрбанк мой леновский. Давайте подсоединим сразу вот через эту штуку, попробуем, как она у нас работает. Так, есть контакт. Ну, картинка, как видите,
такая, в принципе, неплохая, но так с задержкой, видите, да? Ну, полагиваний никаких не вижу, ну будет видно. Завтра сделаю пару записей. Это все будет в этом видео. Так, ну давайте пробежимся по меню. Ну, как видите, стоит уже русский язык у нас. Разрешение видео у нас. Вот такие вот режимы. Ну, в принципе, как в экшн-камерах, то же самое. Китайских. Так, качество фото. Отлично, хорошо и обычно. Ставим отлично. Экспометр. Я не знаю, что такое, ребята. Кто знает, напишите. Что такое экспометр? Антимерцание. У нас 50 Гц стоит, авто и 60 Гц. Ну, ставим, как было, 50. Так, дальше что у нас тут? Настройка штампа. Дата, время, номер водителя. Понятно. Циклическая запись. Следующая. Ну, это для такого размера ролики нарезаются, наверное. Ну, поставим, пускай будет 5 минут. Так, настройка G-сенсора. Средняя стоит, низкая, выключена, высокая. Ну, ставим среднюю. Датчик движения, это, я так понимаю, включается запись, когда какое-то движение, наверное, попадает в объектив регистратора. Стоит выключено изначально. Или включено было? Что-то я уже не помню. Ладно. Назад. Язык, объем карты. Ну, это, видимо, сколько места осталось, наверное, смотреть. Звук, версия. Режим системы. А, ну это подключение к телевизору, видимо. Ну, у нас система в России PAL. Пускай будет PAL. Настройка водителя есть какая-то. Блять, имя записываешь здесь. Установка времени, формат, это надо форматировать карточку. Карточки нет, она даже не выбирается. Автовыключение. Это, наверное, я так думаю, автовыключение — это через какое время оно автоматически выключится после того, как вы заглушили двигатель. Наверное, она работает еще со встроенного аккумулятора, запись идет. Видимо, так. Настройка подсветки. Однамент 3. А, ну это получается, когда начинается запись, видать, чтобы экономить и чтобы глаза не бросалось, дисплей выключается через какое-то время. Задержка выключения. Вот тоже непонятно, что это за задержка выключения такая. То ли это вот это вот после того, как вы заглушили двигатель, она еще пишет. Тестировать я его сильно особо не буду, потому что это у меня, это я не себе заказал. Это у меня заказала девушка. Так что завтра вот я сделаю пару записей, сделаю фото. И все будет прикреплено к этому видео. Динамик включить, выключить. Ну и версия. Вот G90. И набор букв с цифрами. Ну, в принципе, по меню получается все. Ну, как бы внешний вид, так сборки смотрю. Ну, довольно-таки нормально. Устройство смотрится довольно-таки прилично. Красиво сделано. Это, видимо, кнопка запись, наверное, сделать, записывать. Также на кнопку спуска фотоаппарата. Ну, завтра попробую все, в общем. Ну, в принципе, ребята, на этом все.
Так что ждем видео, не отключаемся. А я, наверное, с вами прощаюсь. Ну, не прощаюсь, говорю, до свидания. Еще увидимся. Правильно.